что не нравится мое лицо. Ну, камера вроде бы стоит ровно, но лицо у меня кривое, видимо, дело не в камере. Мы Оля. Мы. Я Ильяна. Давай покажи. Полный трындец. Их не вынимать, в общем, какой-то балаган. Сейчас почти 4 часа дня, то есть вечера нет. Наверное, это еще день все-таки. Не будешь разглядывать. Листья. Вынимай листья, да. Шампунь. Шампунь. Нам надо, да. Надо мыть. Они покрываются этим всем воском. Да. Я видел. Блин, никак не может выпасть восьмой зуб, и он вчера стал вот так. Ну, вот так вот они, как бабушка Лена твоя, они запаковывают. Вот моя мама так всегда запаковывает, если она что-то везет в чемодане, и очень правильно делает, потому что я так не запаковала трюфельное масло, когда мы ехали с круиза, возвращались. Ну, все, моя золотая юбка ушла в мир иной, хотя я ее еще храню. А, это зачем я взяла розмарин? Я, может быть, не знаю. Из-за комаров, наверное. Ты думаешь? А лаванда, видишь, лаванда бабушка не запаковывала. Да, Элли, не пугай людей. Сейчас это их сезон, это их просто звездный час. Ватные диски, я пару капель буквально капаю и просто расставляю тут, как в этой, как в ритуальной комнате какой-то, в общем. Это же грибной такой. Манговый закат. И Адама. Адама на иврите — это земля в Сан-Франциско. Сион Хелс. Сион Хелс. Ну, в общем, что-то здесь связано с Израилем. Еврейское. Что-то еврейское. Может быть, это еврей, который перешел в Америку и стал американцем. Перешел прям. Да, как Моисей. Что такое? Почти бесплатно его раздавали. Процентов шоколада. Габанос. Из оленины. Кто веганский, извините. Кто веганский, извините. Кстати, кто не знал, олени кошерные. Ну, если что. Все, больше ничего. Давай next. Я такой какой-то криво. Мне все криво. Да ты можешь не мацкать этим, когда я разговариваю. Ёлки-моталки. Все. Понимаешь, я сейчас это открою и выкину это куда-то. Anyways, всем спасибо большое. Спасибо. Всех благодарим за просмотр. Точно ты заказала?